Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Hollow Kings. В прошлой серии мы одолели, как понял, типа своего брата, или это не брат, ну... Что-то с этим связано. Мы изучили новую технику. Ураган и вихрь. И теперь что у нас предстоит? Предстоит у нас сейчас битва с боссом. Сначала слушаем. Я есть горб. О, у него... Это другая. Ну, типа задний фон текста. Кланяйся, 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 кланяйся к горбу. Великий разум, я есть горб. Вознесись к горбом. Принять вызов воина грез, да. Так, ладно. О-о-о! Да, он такой. Но главное, он херячит их там, где они не должны быть. То есть, это очень предсказуемые атаки. Слушать? Я есть горб. Великий разум, боль, вознесись, вознесись, вознесись. Я есть... И сколько ты мне дашь, но он, ну, не очень сильный, должны, ну, да, сотку. Пипец, у меня уже их много. Осмотреть. Здесь покоится горб, великий разум. Так, все, идем тогда место посередине, да, которое там спрятано. И потом пойдем туда, куда мне нужно. Ай. А, подождите, здесь у нас фотограф. Ауч. Что там нету, серьезно, ничего? Так, хилимся. О, откуда ты сзади меня взялся, челик? А, так вы вот как, твари. Ух, тихо. Готово. Отлично. Окей, лезем наверх. Окей, так, срез открыли. Пополняем себе энергии. Это где сейчас? Вот, под. Вау.
Красивое место. Посмотреть. Благословение Джонни. На тебе нет знаков высоких чинов. Но и знаков низких видов я не наблюдаю. Так что же ты? Скажи же мне, существо высшего вида или очередной мелкий чужеземец? Так, давайте... Он хочет битвы, да, как я понял? Мы ему это устроим. А не. Блин, нам... Нужно было бы не жрать, а поговорить дальше. Но зато я попал в место прикольное. Ну, если говорить точнее, красивое. Ауч. Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, сейчас отправляемся в Грязмут. Оттуда мы пойдем с вами в травяную, ну не травяную, а в это, в рощину, короче, где мы были тогда. И оттуда мы посетим то кровинку опасную. Опасную херовинку. Ну черт, главное, он меня коцнул тоже, зараза. Что, сразу тогда давайте прыгнем, да и все. Понимается. Перевал короля. А, да, это то место. А мы, видите, получается, по отсюда потом не поднялись никуда. Это начальная локация, правильно. Мы же отсюда начинали игру. Осмотреть. Высшие существа, эти слова для вас. Великие силы вы выделяете среди нас, формируя так души и достигающие совершенства, о которых другие могут только мечтать. Так, ладно, тут я тоже был. Да, вот первая серия. И мы с этой, с этого места начинаем. Так, синие духи. Ну, я, кажется, не все, видите, оплутал на денежке. Это тоже читал, потом я это ломал. И мы возвращаемся с вами в город. Так, у меня ключ есть торговца. Что у тебя там? Так это же ключ от моего склада. Я уже думал, что потерял его навсегда. Неужто он валялся в тех старых шахтах? Интересненько, интересненько. Понятия не имею, как он оказался в такой глуши. Очень благодарю... Так. Очень благородно с твоей стороны вернуть мне этот ключ. Да-да, очень любезно. Теперь я могу открыть свою старую кладовку и продать тебе все редкие запасы, что собирались под пылью.
Предметы эти могут показаться немного потрёпанными, но это нисколько не умаляет их цены. Очень ценные вещи, ты только погляни. Атомастил? Так, изящный ключ. Какой-то искатель приключений нашел этот чудесный ключ в токах города, глубоко под нами. Я его не мыл. Нужен ли он мне? Тяжелый выпад. Любые так сбитые враги не... Вот это мне херь нужна. С этим амулетом они будут улетать все дальше и дальше с каждым твоим ударом. А я буду стоять на месте. По идее. Да? Лавкач. Ага, и мне не хватает. Даже если хватает, то что мне из этого купить? Я такой, чтобы купить маску. Так, тихо, это не то. Папа надо. У нее ничего нету. Так, а давайте смотреть кристальный пик, да, у нас там. Так, стоять карта. Смотрим. Увеличит область атаки. Увеличит мощь, нанеся, позволяет бросать пораженных врагов назад с каждым ударом. Позволяет чаще наносить удары. Блин, я бы поставил его. Куры. Блин, что делать? Давайте. Позволяет атаковать, не двигаясь с места во время удара. Вот это можно поставить. Там еще, да, какой-то был за единичку. И вот этот. Повышает скорость бега, носиться, позволяя ему легче уходить от проблем и соперников. Такое. Вкач. Давайте лучше, чтоб меня с места не двигало. Так, у нас есть дохера. Ну, один, ладно, ключ, не дохера. Мне, короче, маску нужно будет купить. За эти деньги. Так, здесь у нас скрытая первая область, вон внизу, видите? Тогда нужно будет жука взять и тут доехать. Там у нас ничего нету. Так, вот здесь у нас зеленая тропа. Два места, три места, куда я не могу еще пойти. Грибной пустошь. Это там, где нужно переплыть. Как раз маску там вижу. А здесь у нас тоже вот проход. Здесь проход. Хотя бы нету. Здесь тоже наверх проход в кристальном пике. Давайте, короче, спустимся. Перепутье забытое. Пойдем в эту локацию, потом вернемся вниз. Снова зайдем к жукам. Только если она будет открыта, во-первых. Потом пойдем в пик. Поднимемся наверх. Ну, короче, где ближе, туда и пойдем. Так, забытые перепутья. Кислоты теперь я вообще могу не бояться. Это отличная новость на самом-то деле. Убить одного врага и плюс одна шмотка. Плюс одна шмотка, да? Плюс. Я куплю. Короче, я кусок маски куплю. А что у нас там еще было? Ну еще какая-то, да, фигня? Ладно, не важно. Ой, бля, я забыл про него. Что он еще взрывается? Ладно, отхилимся здесь. Не хочу тратиться. Текст. Теперь мне сюда надо.
Ауч. Вам посрать. Это что за жук? Или он тут раньше тоже был? Так, мне нужно сюда наверх. Так, отсюда, да, нужно полететь? Так, отлично. Наверх. Так, да, здесь у нас скрытая локация еще. Только мне ни хера не дали. Прикольно. Так, колючки меня цеплять будут. Ага. Ага. Все. 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 Посмотреть. Плаща чревом. Так, личинка не нужна, есть они гордостью пожертвуют собой, если их родитель грозит опасность. Короче, они будут за меня. Эти жуки. Так, все, да? Я здесь все посмотрел. Больше никаких секретных. А, нет, еще есть один. Еще есть один. Но это мне нужно было будет начинать путь с Грязмута. Грязмут, поехали. Там я спрыгнул вниз. Там. Я не знаю, куда, конечно, это меня доведет. Ускоряемся, ускоряемся, чтобы не терять время, вот это все. С левой стороны, вот посмотрите. Есть еще, видите, кусочек. Нормально, ладно. Так. Только не помню, а почему я туда там, куда я не смог там хотя бы залезть? Что, почему я сюда не смог пойти? А не, сюда я смог пойти. Здесь был проход все это время? Серьезно, здесь был? Да не. Или серьезно? Я не видел его. Прохода этого.
Да ладно, смотреть вниз. Так. Сначала давайте я сокращение пути найду. Так, хил мне не нужен. Ай. Интересно, куда это? Может, боссы еще будут какие-то секретные? Чувствую, что да. Черви. О, кусок маски, ништяк. Значит, можно кусок маски не покупать. Я куплю тогда другой там предмет. Тогда я куплю другой предмет. И это я где? Да, в принципе, хоть так, хоть так. Я у этого. У сидения. Сидение у лавочки. Так, окей, следующий у нас путь. Землю упокоения нужно все-таки, короче, давайте сходим к нашей тетке той. И посмотреть, могу ли я уже. А, ну 1400 стоит. Нет, не могу, значит. Ладно. Пойдемте туда, куда я могу пойти. Ау. Короче, пойдем, знаете, с вами куда? Куда я иду? Грибные пустоши. Из грибных пустошей там, кажется, что-то было. Так, окей. Сразу отхил сделать. А тут еще, оказывается, что-то есть. А где это я? Я что-то вообще куда-то пошел далеко. Ну ладно, и так сойдет. Пойдемте вниз. У меня нету карты этой местности. Ага, классно. А, это место, я понял, что за место. Так, ладно. Забираем по-быстрому. Ай-яй-яй-яй.
Да ё-моё. О! А, я ж могу по стенам лазить, чё я мучаюсь? А нет, уже не могу. Что? В смысле? Тут тоже. О, теперь все. Дерево выросло. Так, это, по-моему. Да, это именно тот участок, о котором я подумал. Там еще есть, вон я видел, куда можно проплыть. Так, поехали. Вот это медузя херь, блин. А, так я туда не могу проплывать, именно под воду плыть. Жалко. Нахилимся. А вот теперь здесь нужно осторожно. Что там было взрывное? Тут что, какие-то взрывные яйца появились? Какие-то взрывные яйца. Которые бить даже нельзя. Ой, теперь пойми, куда можно идти, куда не надо идти. Серьезно. Вы издеваетесь. Вы издеваетесь. Он тут, ого, каким мы странным ни был Хэллоунест, в этих пещерах можно встретить вещи почуднее. Ты что, ты что-нибудь знаешь о темных воротах под нами? Около них там уютно находиться, Вот я к ним и не походил. К счастью, я нашел обходной путь. Ну, немного опалился, пока шел. Рот через кислоту. Купить, конечно. Так, внизу, кажется, торговец, да? Внизу у нас торговец. Thank you.
Окей, бомбы зато я могу так взрывать. Нормально. Чтобы не было проблем. Ай, зацепила тварь. Да ладно тебе! Так, а там наверху было еще куда-то идти. Нет, окей. Разве это королевство не полнится сюрпризами? Целое здание среди кислоты озера. Его вид впечатляет, и все же мне это место не знакомо. Кто-то тревожит мои мысли, но пока не знаю почему. Я думал, жажда открытия привела меня сюда. Но кажется, дело совсем не в этом. Это здание зовет меня. Так, здесь лавочки есть? Я мало вас слышу. Так, я вижу быстрое передвижение. Вот что я тут вижу. Ладно, давайте это полностью... О, это место. Босс? Во-во-во. Пожалуйста, лавочка. А, так они еще в конце раскрываются. Там, по-моему, если не ошибаюсь, тоже, да, был какой-то проход. Мне лавочка нужна. Что за проход я открыл? Проход, пожалуйста, лавочка, прошу. Курган. Ай. Давай, 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 мне нужно выход. Выход. Выход, ты где?
Поглощено. Воющий дух. Быстро нажмите А, вверх. Третье заклинание. Ауч. Я вижу, тут тоже, да, лавочки не очень сильно любят. Это все еще одна локация. Или нет? Ух, черт. О, привет. Ах, воин Кроха, тоже хочешь попытать удачу в свою бою с верховным племенем? Смертоносным воином бьются в этих прогилинах. Раньше бы я и ни шага к ним не подошла, но после нашей встречи я буду бы прозрела. Нам нужно побороть наши страхи, или они прикончат нас сами. Если мы оба выживем в этой передряхе, то сможем делиться историями о подвигах. Жду не дождусь. Слышь, жди, не дождись. Ого. Мне бы этот. Ой, этот шипавник, шипавник. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.